Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне. И, ребята, все-таки вернул я Пиксельмон. Не знаю почему, но действительно вернул. Да, сейчас, секундочку, давайте вот это поменяем. Пускай будет вот так. Реально, ребят, вернул я все-таки Пиксельмон. Не знаю почему, но вернул. И некоторые были за, некоторые были против. Но все же я решил, и я вернул Пиксельмон. Пускай он будет, да. Я поудалял немного, несколько модов, которые как бы есть в этом моде, играют какую-то роль, но мы, в принципе, ими почти что и не пользуемся. Поэтому я удалил, и, как я заметил, лагов нету. Или может, просто-напросто я установил Пиксельмон, удалил несколько модов, которые как бы жрали много чего, как бы памяти, или хрен его знает, ну как бы памяти это не проблема, памяти, я так думаю, ну фиг его знает, ребята, что там и как, там свои заморочки, да, с этими модами и всем. Так, давайте я сначала вот это поменяю, чтобы оно тут не путалось, вот так вот, с нашей шапочкой. И, ребята, наш Марштомп вернулся, он никуда не уходил, ребят, он просто отдыхал немного, да. И сейчас мы его вылечим, и он проснется и покажет свою силу. Вот он, Марштомп, ребята, вернулся. И давайте, я так думаю, Дратини! Или это Драгонейр? Но мы его не убьем. Да. Мы его не убьем. Охренеть. Ух, вы... Покехил. Ладно. Если я, конечно, успею его вылечить. О, там вот этот дракон. Иди в жопу, иди в жопу, иди в жопу. Главное его не подпускать к нашему дому, потому что я помню, я его раз подпустил к моему дому. Он, короче, мне пол дома сжег. Когда он стреляет вот этими всякими фигнями. И просто его напросто нереально убить, ребята. Ну, как бы реально, да, сейчас у нас реально, у нас же эта бронька есть. Вот, опять на... Вот этот лук, конечно, это просто какой-то... Это просто какое-то нереальное, ребята. Вот, что это такое? Он хреначит, как не знаю что. А, да мы его запросто убьем. Ну, запросто не запросто. Хотя не, мы его убили, ребята. Отлично. Возвращение Пиксельмона, ребята. И сейчас мы заколбасим этого дракона. Сейчас ты, в принципе, можешь идти сюда, дружок. Так как у нас есть уже... Как эта бронька называется? Аметистовая бронька. И мы его завалили, ребята. И с него почти... Ну, не, выпало, конечно, с него всякое. Ух... Вот это что такое, мне интересно. Water Dragon Scale. Ага. Вот этот нереальный меч. Точно. Это типа меч, нужно убить самых-самых главных всех боссов. Вот это Water Dragon Scale у нас уже есть. Император Скорпионов, он всегда тут бродит. Базиликс, это я не знаю с кого. Найтмар, это я не знаю. Найтмар Скейл, не знаю с кого. Кракен, ну вот Кракен, да. Мод Скейл, это, наверное, вот та бабуля. Джампи Бак Скейл, это не знаю кто. Грин Го, и вот этот The Ultimate Sword. И потом мы получим вот этот просто-напросто нереальный меч. 250 урона. Охренеть, ребята. Вот это как бы нужно всех самых главных боссов, да, поубивать, чтобы скрафтить вот тот как бы нереальный меч. Офигеть. Ну, в принципе, вот эта штука у нас есть, кстати. Я ребята, голову крипера выбил. Скрипера. Ну, понятно, что скрипера, да. Ребята, я так думаю, что в этом сезоне мы не будем только убивать... Охренеть! Как он быстро плавает! Ну, в принципе, понятно, это же водный дракон. Смотрите, как он быстро плавает. Охренеть! Вот это жесть. Ну, как бы мы в него, да, превратим... Да хрен меня стрелять, зараза. Кто там взрывает? Нам бы найти еще скорпиона, императора скорпиона. Он всегда, как я знаю, тут ночью спавнится, но...
Не знаю, заспавнится ли он или нет. Так. Вылечим нашего мадкипа, как бы марштомпа, да. Что я хотел? А, вот, в принципе, ребята, я так думаю, что мы в конце концов еще, наверное, даже убьем эндербосса. Как бы эндер-дракона. О, кстати, наш фосил, да. Мы убьем, ребята, еще эндер-дракона, я так думаю. Потому что, в принципе, это как бы, можно сказать, главный босс. Ну, не главный босс. Главный босс тут другой, но, в принципе, это главный босс как бы Майнкрафта самого, да. И тут стоит мод, который как бы, он не обычный босс, а как бы он с модификациями. Там не Эндермир, как бы только один босс, да, и эндермены там ходят. А там как бы еще даже какие-то просто нереальные боссы есть, какие-то схованки. Ну, нет, схован, как это называется? Ну, как бы... Ну, в Эндермире там еще есть как бы свои нюансы, да, там есть еще такие штуки, которые как бы его усовершенствуют, там есть другие штуки, можно и так сказать. И, в принципе, ребята, я так думаю, это тоже будет прикольно. Нам, конечно же, нужно будет понаходить вот эти все перлы, да, с эндерменов, потом пойти в ад, чтобы убить блейзов, чтобы добыть из них вот те палочки их, чтобы создать как бы те штуки, которые можно найти... Эндер дракона, да, ну, портал в Эндермир, это мы потом как-то постараемся сделать. Сколько тут дротиней или драгонейров, с них алмазы падают, но я так думаю, мы их не убьем. Хотя фиг его знает. Этого убили? Да, убили, отлично. Еще вот этого сейчас заколбасим. Так, отлично. И, в принципе, ребята, как я заметил, лага вообще нету. Хотя, может, немного еще не зал... хрен не знаю, как это сказать. Но пока что я не вижу лагов. Фиг его знает. Так, что я сейчас думаю? Ребята, что я сейчас думаю? Нам нужен, наверное, отдельный сундук на Пиксельмон, как бы, да? Сейчас еще возьмем там немного дерева. Где у нас оно? Вот оно. Возьмем, в принципе, так немного. И пойдем себе сделаем еще один сундучок, сундучок, сундучок. Так, сейчас это мы все-таки заберем. И сделаем себе сундук. Еще один, вот, отлично. Это у нас будет сундук на Пиксельмон. Мы его поставим куда-то, так, сейчас. Если мы его поставим, например, вот сюда, этот будет открываться, это, а, этот тоже будет, отлично. Вот эту штуку нам бы создать, как она создается. У нас есть 6 штучек, и нам нужны палки, да, нам нужны палки. Чтобы просто-напросто нормально так было, чтобы мы знали, где что и как. Вот так вот. Это у нас будет 2, 3, 4, 5. Ну, 5, да. А я кожу взял? Взял, отлично. Так. Сейчас мы сюда это поставим. Это у нас будет вот тут. Это у нас будет... Так, тут у нас еда, тут у нас амуниция, тут у нас что? Тут у нас всякие спавнеры, тут у нас всякое вот такое, тут у нас, тут будет пускай вот тут. Отлично. Так, давайте, ну нам еще не хватает 1, 2, нет, нам еще не хватает 2. Ну у нас только одна кожа, да, ну потом еще, если что. Так, ребята, что я хотел? Сначала мы все это в сундуки поставим. Вот так. Чтобы оно тут не было. Это я не знаю, пускай. Так, вот этот ресурс, вот этот сюда поставим. Это тоже вот сюда. Так. Сейчас. Это вот сюда, сюда, сюда. Отлично. Еда вот сюда. Пиксельмон у нас вот тут будет. Так. Так. Отлично. Тут у нас пускай будет амуниция. Тут у нас пускай будет блок. Ну, не блок. Сейчас.
Ща, там. Так. Так. Это пускай вот. Вот так. Отлично. Тут у нас будет один алмаз. Вот так. Тут у нас будет, пускай, я не знаю, что... Да хоть что, в принципе, пускай у нас тут будет... Не охренел ли ты? В дом зашел так, без приглашения вообще. Так, тут у нас пускай будет вот это, как бы всякое вот такое, да. Тут у нас, ну, это потом, и тут у нас пускай будут всякие спавнеры. О, у нас же есть еще один такой дракоша, ребята. У нас есть еще один такой дракоша. Сейчас мы его забабахаем. Хотя не-не-не-не-не, позже. Позже. Так. Потом мы пойдем в какой-то мир, ребята. Сейчас давайте все. Нет, не будем мы идти спать, ребята. Не будем мы идти спать. Потому что я иду на поиски. Я иду на поиски нашего императора скорпионов. Если мы, в принципе, конечно, его и найдем, то я думаю, мы его, в принципе, простенько убьем. Ну, мне так кажется. Так как мы уже того водного дракона, в принципе, убили, да. И он нам почти что урона не нанес. Так как мы, в принципе, себе сделали вот этот лук. Этот лук, это вообще офигенно, что это такое. Ну, в принципе, давайте попытаемся его найти. Сколько раз не выходил дома ночью, он всегда, ребята, почти что всегда он был где-то вот тут. Вот тут. Но сейчас его, в принципе, нету. И я не знаю, будет ли он вообще, но я так думаю, что хрен его знает. Хрен его знает, будет ли он или нет. Ну, по идее, он действительно, он просто-напросто... Всегда вот тут спавнится. О, давайте вот этих поубиваем. Этих нужно убивать. Ну, я так думаю. С них иногда выпадает ураниум. Вот он! Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот тон-тон-тон. Сейчас мы его забабахаем. Он к нам даже подойти не успеет. О, ураниум. Вот он. Ну что, понеслась? Два! Их два, ребята! Главное, чтобы двое сразу на меня не сагрились, это будет вообще капут. Вот этот лук, это вообще, ребята, жесть полная. Ну, как бы он капут какой. Их три. Охренеть. Отдай ему лук, мой меч, зараза. Да харев, ну вы меня бесите, вот эти. Да харе меня бить, да... Да кто меня бьет-то столько? Непонятно. Отстаньте. А вот этот... Да твою ж... Идите вы... Ну не идите вы, ну... Капут! Да чё вы на меня все согрелись-то? Заразы! Иди сюда, ну иди сюда, ну пожалуйста. Ну чё ты убегаешь? Ну чё ты убегаешь? Ну иди сюда, узбагойся. Иди сюда. И ты узбагойся. Так, вот ты заспавнил своих тут защитников, а сам очкуешь. Иди сюда, узбаг... Так... Вот это хреново. Так. Ну иди-ка ты сюда, ну чё ты, зараза такая-то... Да мы к нему подойти даже не можем. Мы бы его запросто зафигачили, но он просто какой-то непонятный, если честно. Мало того, что он хилится просто непонятно как, мы ему наносим урон, он просто... Он сразу же выхиливается.
О, во. Мы ему наносим, он сразу же хилится. Ух. Непонятный какой-то этот босс. Мы даже к нему подойти не можем. И он как бы даже не атакует. Он просто-напросто сваливает куда-то. Так бы... Охренеть. Мы бы его, я так думаю, зафигачили. Он просто хилится очень быстро. Ну вот этот лук, мы его уже наполовину зафигачили. Да харе хилится, зараза. Так. У нас же есть куча вот этих всех. Ну иди сюда, ну чё ты такой трусиха, или, ну не трусиха, ну ты какой-то непонятный босс. Харе хилится. Ураниум, вот-вот. Воу. Ну харе хилится, ну не будь ты уже таким. Да и... Бесячий босс, бесячий. Бесячий не то, что он... Просто его как-то очень нереально убить. Твою мать. Если бы он еще вот этих своих не спавнил, это было бы вообще офигенно. Конечно, как бы это какой-то... Чтобы сложнее его было убить, отдать ему и меч. Вы чё? А... Да идите, идите. Непонятный босс. Хрен его знает, как убить. У нас же почти что, можно сказать, самый лучший меч, который есть на данный момент. Потому что самый лучший другой меч, это как бы уже идет с боссов. А тех боссов не так уж и просто убить, поэтому, мне кажется, на данный момент это самый лучший... Это самый лучший меч. Но он выхиливается непонятно как. И даже не атакует. О. Да харе. Вот это... Иди ты. Босяра непонятная. А! Успели. Да ну нафиг, этот босс вообще какой-то непонятный. Наверное, я, ребята, все-таки в следующей серии попробуем убить бабулю. Если мы ее, конечно, найдем. Да твою ж... Ну, бабулю, мне кажется, мы убьем. Но этот босс, он просто какой-то нереально непонятный. О, а вот этого босса мы убьем 100%. Если он, конечно, сейчас нас с одного удара как-то... Нет, он нам даже ничего не сносит. Ну, он еще как бы босс, да, но он, в принципе, босс-босс. Можно и так как-то сказать. Он босс-босс-босс. Ну, как бы, он сам босс, но, в принципе, он еще и еще раз босс, да? Офигеть. Так, вот сейчас мы вот это все засобираем. Офигеть, сколько с него всякого выпало. Так, сколько мы алмазов? 6 алмазов у нас есть. У нас есть 7 титаниума и 14 ураниума. Офигеть, ребята. Это уже слишком как-то даже... Так, вот так. У нас 8 ураниума. Нет, у нас 8 титаниума. 2... А-а-а, офигеть. Так, это все вот сюда. Мы что, аметист выбили? Ну, меч, или он у нас был, или фиг его знает. Так, вот это у нас сюда идет. О, и так. Так. Идем, ребята, куда-то вот сюда. Я так думаю, можно потом как-то обрабить, совершенствовать, ну, как это можно сказать? Улучшить вот это наш дом. Может, тут действительно какую-то стену сделать, тут нормальную дорогу. Тут криперы позревались, вот эти все. И, в принципе, я так думаю, действительно, можно что-то будет потом вот такое сделать. Так, вот это мы выкинем. Не знаю, что это такое. Вот текстурки нету, поэтому...
В принципе, ребята, я так думаю, давайте уже на этом закончим эту серию, ребята. Ставьте лайки за то, что вернулся Пиксельмон. Я действительно его поставил, и я просто удалил некоторые моды, которые мы, в принципе, не очень-таки пользовались. И я заметил, что лагов вообще нету. О, так, секундочку, ребята, нужно еще, конечно, убить вот этого босяру. Нужно его убить все-таки, потому что это как бы обычный босс, да, можно сказать. Но с него выпадает нормально так алмазов, нормально так ураниума. Если мы вот так каждый раз его будем убивать, то в принципе мы и нифиговенько даже себе всяких вещей надыбаем, можно и так сказать. Вот с одного босса мы выбили 6 алмазов, 8 титаниума и 6 ураниума. Это, в принципе, те ресурсы, что у нас есть, то нам уже хватит даже на один нагрудник, как бы, The Ultimate Chestplate, или как оно там называется. Ну, как бы нормально, ребята. И ставьте лайки, ребята, за то, что, если вам нравится то, что вернулся Пиксельмон, действительно. Просто я его удалил, ребята. Я, честно, я удалил этот Пиксельмон с этой... Я удалил Пиксельмон с этой сборки только потому, что я думал, что он вызывает просто нереальные лаги. Ну, лаги не лаги, так как лагов не должно быть, а просто какие-то небольшие подтормаживания. Но те моды, которые еще включались в эту сборку, которые мы бы, может, потом использовали, но в данный момент как бы мы не использовали, да, я их удалил, я заметил, что как бы даже нету подвисаний. Я даже бегаю, прыгаю, нет подвисаний, бью мобов, ну, нет подвисаний. И поэтому, ребята, я так думаю, что вот эти моды, вот те моды, которые были, как бы, включены, я их поудалял, и они, наверное, играли какую-то роль вот с этих подвисаний, что-то там не сочеталось с какими-то модами, вот тот мод с тем не сочетался, и поэтому, наверное, они вызывали небольшие подтормаживания. Но я их, ребята, удалил, вернул Пиксельмон, и вроде нету подвисаний. Поэтому, ребята, ставьте лайки, что мы убили водного босса, и, в принципе, мы бы и убили Скорпиона, но он... Что-то как-то какой-то никакой. Потом мы, наверное, зачарим броньку. Я, наверное, опять еще в шахту пойду. Еще немного аметиста надыбаю, чтобы было больше аметиста. И, наверное, я думаю, ребята, мы даже пойдем в ад, я думаю, в ближайшее время. Потому что, ну, в аду я не знаю, что может быть. Мы, наверное, просто-напросто блейзеров поубиваем. Потому что я думаю, что... Я хочу просто-напросто убить потом и главного эндер-дракона, а может мы даже еще скелетонов и сушителей, или как они там называются, поубиваем, выбьем три головы, и может исполним еще и вот того другого босса. Ну, это мы посмотрим, ребята. Ну, а сейчас мы закончим эту серию, я так думаю. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.